Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и сегодня со мной здесь тусуется вон какой-то зеленый глазастый еж из монстров Банбан в симуляторе Банбан РП в Роблоксе. Ну-ка, попробуем его взять, его можно? Это Нести Нек, ничего себе! Новый монстр, вот так быстро добавили, и вообще здесь у нас все так поменялось, да, даже четвертая глава появилась, четвертая глава Банбан, обалдеть, и все эти монстры уже из четвертой главы, а я думал, это все еще с третьей главы, но мы сюда пришли не за этим монстром, мы пришли искать ачивки вот эти, я, помните, говорил, что будет много лайков, буду записывать видео, где мы будем искать эти все ачивки. И вот вы поставили целую кучу лайков, поэтому время пришло. Еще прежде чем начать, нужно сказать, что у меня есть все-таки еще несколько каналов, где у нас нет поиска морфов, а просто симулятор Roblox, да. Этот канал у нас можете перейти на Красный Динзи, ссылка будет в комментарии закрепленном. Дальше есть канал хороший, Нубзи называется, тоже можете туда перейти. Так, ну про канал я свой сказал, надо, ну, зайти туда хотя бы посмотреть, что там вообще нормально. Нет, не нормально, если понравится, может там лайкусик поставить, да, и подписаться, да. Вот, а сейчас мы с тобой будем искать вот эти кубики. Так, один кубик был здесь, а вот он, кстати. Он был по центру, а теперь он стоит здесь. Кубик Банбан. Вот он, Банбан. И у нас кубик вон там вот есть Тингерфлина. Тингерфлин, кубик вот здесь. Так, давай до него добежим. Возьмем и еще раз на всякий случай. Вдруг ты не знаешь, что он тут находится. Вот. А остальные кубики понятия не имею, где лежат. Но сейчас отправимся их искать. Так, наверное, надо, знаешь, куда идти? Наверное, надо идти, так, явно не во вторую главу. Надо идти, найти вот сюда. Вот сюда отправляемся, и здесь 100% мы кого-то отыщем. Заходим сюда, появляемся в каком-то новом мире. Да, что это похоже на бесплатные морфы. Но здесь у нас вот и есть кубик с лапшой ниндзя. Вау, ничего себе, даже такие морфы у нас здесь есть. Обалденно, воу, вот это круто, вот это морф мы с тобой нашли. Классно, классно, классно. О, здесь еще кубики есть. Отлично, сейчас мы их все найдем. Я там еще один видел, но прежде чем его возьмем, нужно еще слово спонсору дать, ребята. Обязательно надо дать слово спонсору. И мы продолжим, не переключайтесь. RBX3, сайт, где робоксы всегда в наличии, а курс лучший на рынке. Прямо сейчас ты можешь купить робоксы по курсу 1 рубль, 2 робокса. Но важно запомнить, что у них поменялась ссылка на сайт, и теперь это rbx3.io. А кто еще не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где они постоянно проводят конкурсы на бесплатные робоксы. Переходи на rbx3.io по новой ссылке в закрепленном комментарии. Покупай робоксы выгодно и безопасно только с ними. Ну что ж, давайте возьмем еще вот этот вот кубик. Это у нас еще... Так, это не Банбан. Это у нас капитан Банбан скрипки, да? Ну-ка, морфы. Морфы, где у нас этот морф? Я хочу его найти. Он что, ты мне все будешь морфы так прогружать каждый раз? Так, а что у нас здесь как-то... А, чего? О, смотри, сколько здесь морфов. Ё-моё, обалдеть. Их, по-моему, даже было стало больше, чем было. Ну-ка, вот такой у нас есть морф. Теперь у нас здесь есть птица Опила. Вот такая, да, Опила Майнкрафт. Сейчас опять он будет все прогружать? Он опять все прогружает? Жесть. Так, а где у меня птица Опила? Здесь ее даже нету в этом списке. Ее даже в этом списке нет. Ладно, может быть, потом появится. Главное, морф-то есть. А, ну, ачивка есть, а морфы нет. Как так? Так, о, майнкрафтовский Банбан. Так, давай-ка я тебя тоже возьму. И что, теперь я больше не могу трансформироваться вообще ни в кого? Вообще не работает больше трансформация. Ресет, давай попробуем сделать ресет. Вдруг получится. Ресет делаем. И... Так, ну-ка, морфы. О, морфы начали прогружаться, наконец-таки. Морфы прогружаются. И так, давай, все прогрузитесь, пожалуйста. Все, все, все. А вот майнкрафтовский морф. Че, он не засчитался? А, засчитался, засчитался. Все, замочка на нем нет. Так, давай начали вот это. О, это капитан скрипки майнкрафтовский. Прикол. Так, еще давай тебя мы возьмем, конечно. Есть еще Банбан нас. И кто у нас еще есть? Так, а вот кнопочка обновить тут есть, отлично. Так, а опять не все прогружает, смотри. Ну ладно, давай хотя бы тебя возьмем. А, ты у меня уже был. Так, обновить. Обновить! Не обновляется. Угу. Понял.
Понял, все. Значит, давай мы вначале отыщем все кубики, которые найдем, а потом посмотрим, кого мы вообще с тобой разблокировали. Потому что здесь морфы как-то очень-очень плохо прогружаются. Ладно, идем сюда. Давай вначале здесь посмотрим. Вдруг мы тут тоже что-то найдем. В самом начале. А, да, смотри, в самом начале. Вот такой куб есть. Кошмарная птица опил у нас тут есть. Так, а опила П или опила Р называется, вот. Вот еще опила Джамбо тут есть. Тоже забираем опила Джамбо. И идем вот сюда. Тут у нас, так, вот. Есть у нас здесь бомболина. Туда дальше пройти я не могу. Но ничего страшного, ничего страшного. Вот здесь посмотрим, вон там, наверное, тоже есть кубики какие-нибудь. Так, вот Джамбо-строитель. О, Джамбо-строитель. И так, и бан-бан. Бан-бан, простой бан-бан-морф мы здесь нашли. Хорошо, теперь идем сюда. Здесь у нас тоже что-то есть, наверное. Так, и у нас здесь вот такой куб. И это аниматроник. Джамбо-аниматроник. Ну, отлично, аниматроник тоже хорошо. Дальше вот еще у нас опила. А, это опила Майнкрафт. Здесь у нас Джамбо, и внизу Джамбо можно найти. Обычного, обычный Джамбо Джош. У обычного Джамбо Джош. Так, теперь надо подняться. Поднимаемся. Здесь вроде бы все нашли. Под столом, наверное, не будет, да, морфы? Здесь главное, морфы прям огромными кубами лежат, чтобы ты вообще не пропустил. Ни за что ничего не пропустил. Ну и мы не пропускаем, погнали сюда. Здесь у нас опила. Опила вот такая, давай забираем опилу. А что, засчитали? О, а птица вверх называется. Это кошмарная, видимо, птица опила. Угу. И это у нас кто это такой? Ага, это Джамбо Джош Р. О, здесь есть проход открытый, вау. И здесь у нас... О, капитан Скрипки! Капитан Фиддлс! Отлично. Все, мы его получили. Получили, идем отсюда, уходим. Идем теперь во вторую главу, там по-любому есть еще морфы. Еще крутецкие морфы. Так, что у меня прогружается? Не, не прогружается, смотри, вообще пофиг ему, не работает. Так, значки. Так, удалить 200, поставить 200 лайков. Получится скин лапша вот эта ниндзя. Так, подожди, я забыл смотреть. Мы проходим, тут нет никакой. Да ну давай начать пойдем вот в эту сторону. Здесь у нас есть морф Малютка Стингерфлин. Малютка Стингерфлин получен. Дальше идем. Дальше. Кого же мы найдем? А мы найдем здесь еще Джамбо Джош у нас есть морф. Еще Джамбо Джош 2 называется. А я, по-моему, такой морф не видел вообще никогда. Ладно, сейчас посмотрим. Посмотрим. Тут у нас ничего нет в этой комнате. Тогда забегаем сюда. А тут у нас... Тут у нас нет ничего. А тут? Тут тоже, да, ничего? Ладно, вот в этих комнатах посмотрим. Там внизу, может быть, тоже что-то будет. Так, ты что, гуляешь? Ты что, разгулялся здесь? Шериф Тодстер, ты что гуляешь тут? Ищешь морфы? Так, сюда зайти я не могу. И здесь тоже не могу. Все, понял, значит, прыгаем туда вниз. Вниз прыгаем и найдем морф. Надеюсь, в этот раз туда что-то положили, а то обычно туда вообще ничего не ложат. Так, смотрим. И в этот раз сюда ничего не положили. Жесть, почему-то создают эту локацию и вообще она не функционирует никак. Может, эта локация ловушка специально такая? Может быть. Ладненько, тогда отсюда мы с тобой проваливаем. Уходим. И будем смотреть дальше. Что же еще есть интересного? Так, отсюда надо выбираться. Здесь мы уже все посмотрели, все, что могли. Теперь давай в центральное крыло пойдем. Посмотрим, что в центральном крыле. Так, на крыше же тут ничего нет. Вроде бы ничего. Так, вот кубик есть. И этот кубик у нас шериф Тодстер. Так, ты мне не засчитал шериф Тодстера, слушай. Вот шериф Тодстер засчитала. Под этой лестницей нет ничего. Тут у нас тоже ничего нет. Поднимаемся наверх. И смотрим тут. О, вот это у нас есть луна. Так, босс Бомболины называется. Это босс Бомболины. Вау. Так, сюда зайти нельзя.
А там есть проход какой-то? Нет, там проход даже нет никакого. Ладно, смотрим здесь. Вот здесь есть проход. Значит, сюда можно зайти. И тут у нас кто-то прячется. Да, по-любому кто-то есть. Какой-то морф. Вон там я вижу сырный кот. Это работает кнопка? Нет, кнопка не работает. Сейчас мы за сырным котом пойдем. Так, о, здесь сразу два морфа. Это у нас вот этот есть Бон-Вон. И есть у нас молчаливый Стив. Отлично. И погнали за сырным. Сырный кот, иди сюда. Что там делаешь? Что ты там? Да, стоп. Вот, давай, забираем его. Отлично, сколько морфов мы с тобой уже нашли? Огромное количество, мне кажется. И мне кажется, что это очень хорошо. Теперь пробегаем. Да ты не толкайся, ты чего? Не толкайся. Теперь идем сюда. Тут у нас что? Тут у нас еще один проход, по-моему, был, если я не ошибаюсь. Вот здесь. Идем сюда. Так, а морфы у меня так и не появились. Ладно, я забегаю сюда. Здесь точно есть бомбалина. Вот она стоит. Забираем бомбалину. Бомбалина 2. Есть бомбалина 2. Морф получен. Здесь у нас есть морф. Может, под лестницей какой-нибудь. Я бы сюда под лестницу что-нибудь положил. Но здесь ничего нет. Хорошо, а здесь? Здесь просто стена. Ха, идем дальше тогда. Идем дальше, дальше, дальше. Проходим. И что-то да мы найдем еще здесь, наверное. Здесь тоже птицеопилы, наверное, будут какие-нибудь новенькие. Вот птицеопила. Да, забираем. Так, забрали вот такую. Опила 2 называется. Этот морф получен. И тут еще должна быть. Тут у нас так. Ой, ну здесь хорошее место спрятать, но почему-то здесь не спрятали больше никого. Так, тут что у нас происходит? Тут тоже у нас какая-то тусовочка. И здесь улитка Селина. Отлично, улитка Селина. Получено, медленная Селина. Идем сюда. Тут у нас что? Что-то огромное здесь у нас. Супер огромная, там наверху тоже есть проход. Хорошо, поднимемся туда и посмотрим. Тут, наверное, вообще целый мир еще есть, да? Там же у нас локация на выход, по-моему. Так, а быстрее бежать не могу? Не могу. Это не работает, морфы. Да что ж такое-то? А почему морфы не работают? Так, вот. У нас здесь есть, смотри. Стингер Флинн, жало, монстр. Это у нас новый морф. И идем сюда. Здесь у нас это кто это такой? Гоблин Стингерфлин. Вау. Эль Гоблино. Есть, взяли. Смотри, Эль Гоблина. Дальше смотрим здесь. Так, это у нас птица Апила Бан-Бан, да? Да, птица Апила Бан-Бан. Апила Бан-Бан называется морф. Дальше кто у нас там по списочку? Кто у нас остался? Кто тоже здесь есть еще по-любому? Так, туда вроде ты заходил, там нет ничего, да? Можно шлепнуться вниз со всей силой. Но мы этого делать не будем. Мы этого делать не будем, нам это не надо. Так, идем сюда. Проверяем. И, о, еще один длинный коридор бесконечный. О, кстати, здесь дверь теперь, да? Вот так вот наверх нельзя просто посмотреть. Раньше были пустые дырки. Теперь такого нет, конечно. Ну ладно. Так, бежим. И что же мы найдем с тобой? Тут проход, тут тупик. Значит, надо сюда бежать. Давай, погнали, посмотрим, что у нас здесь. Это бесконечный коридор. Я бы сюда бан-бан на самом деле поставил, но здесь у нас стоит кто-то другой. И кто это, кстати? Это у нас какой-то новый монстр. Это новый эксклюзивный монстр. Такого я не видел. Такого я не видел. Перец называется. Так, нап-нап возьмем. Сейчас еще мы и перчик посмотрим. Не, реально перчик не помню. Так, это у нас крошечный Джимми, Тини Джимми. Так, здесь у нас больше нет, да, морфов? Тогда спускаем сюда, забираем Золфиус. У нас здесь находится Золфиус. И так, давай делаем ресет. Ресет, потому что возвращаться мы долго будем. А нам как бы еще вот сюда надо зайти по-хорошему, вот сюда. И здесь тоже морфа отыскать. Мы же сюда еще с тобой не заходили. Но обязательно зайдем. Так, тут у нас малыш Бан-Бан. Отлично.
Еще малышек мы нашли. Теперь тут у нас... Вон там еще есть малыш Джамбо, я вижу. Но мы до него доберемся. Вначале возьмем здесь вот этот мистер Апила. Так, малыш Апила 2 называется. Угу. Так, тут под столом есть что-то? Под столом ничего нет. В этой комнате? В этой комнате ничего нет, к сожалению. Ладно. Возьмем малыша Джамбо. Малыш Джамбо, малыш Джамбо. Я иду за тобой, малыш Джамбо. Вон там еще есть какой-то морф. Так, какой-то странный морф там. Странный морф птицы Апилы. Так, под столом тоже надо посмотреть, чтобы ничего не пропустили. Вот это что это такое? А, все, я понял, что это за морф. Я понял, это малыш Апила, да? Просто другого цвета. Понятненько. Так, смотрим тут. Тут у нас нет ничего. Хорошо. Так, и у нас огромная пустая комната. Где у нас был нап-нап. Но сейчас здесь ничего нет. Ничегошеньки нет. Ну ладно, давай добегаем. Добегаем до конца. Вдруг там реально в конце тоже что-то есть. Но если тут ничего нет, то это будет максимально обидно, конечно. То, что здесь ничегошеньки нет. Ладно, давай посмотрим. Почти добежали. И здесь у нас... здесь у нас кошмарный капитан скрипки. Хорошо, теперь можно телепортироваться на спаун и смотреть всех, кого мы с тобой получили и кого не получили. Смотрим, мы с тобой не нашли вот этого. Подожди, по-моему, нет, мы его не нашли. Вот это вот находили Стингер Флина, одного мы так и не нашли. У нас нету еще вот этого, забыл, как его зовут. Ну, крабика, который осьминог. Так вот хочу посмотреть, ты-то кто? О, жесть! Что за перчик? Такого мы еще не играли с тобой вообще ни разу. Но морф прикольный. Эх, тут дерево мешает пройти. О, они здесь еще и прыгать умеют. Круто! Круто. Инстинс. Класс! Что еще можно посмотреть здесь такое интересное? Так, здесь. Наверное. Ну, вот этого хочется, да, посмотреть. Но его нет, к сожалению. Так. О, он ходит, он не летает. Вау, обалдеть. А что ж раньше-то я не знал? Так, может, здесь есть подсказка какая-то? Подсказка. Имеет много рук. Я могу помочь гораздо больше, ну, нету никаких подсказок. А где его тогда искать? Я знаю, как его найти, но в этом поможете вы мне. Напишите в комментариях, где он находится, и тогда мы его, конечно, отыщем в следующем видео. Обязательно. А пока что у меня на этом все. Я надеюсь, видео вам понравилось. Вы поставили лайк, подписались на канал, перешли по ссылкам в закрепленном комментарии. Ну, и на тебе канал тоже подписались, тоже их посмотрели, тоже там лайки все поставили. На этом все, не болейте, не скучайте. Пока-пока.